Сегодня я расскажу о том, как я собираюсь дальше продолжать посадки весенние в моем питомнике. Сейчас у нас 5 февраля 2021 года. Нахожусь я около города Клин Московской области. Это 4-я зона. Поэтому это видео будет, наверное, более интересно тем, кто находится в условиях, похожих на мои. Ну, в первую очередь я заказала семена от Валерия Константиновича Железова. Это опять абрикосы. И вот он мне прислал такую замечательную свою методичку. Мой сад. Садовод в 21 веке. И вот даже здесь видно, что он мне оставил автограф от автора. Вот. Такие семена у него очень хорошо упакованные. Вот. В один пакетик. В другой пакетик. Они прекрасно прибыли. Валерий Константинович всегда высылает инструкцию, как их лучше сертифицировать. Вот я заказала ассорти абрикосов, 10 штук. Амур абрикосы. Это уже груша Ефимова. Все пытаюсь вылочную вишню садить в прошлом году. В прошлый раз она у меня хорошо, ну, как бы появились ростки, но, к сожалению, неудачно я ее посадила, и она не прижилась. Вот. Потом подарок он мне вишню сибирскую прислал. Груша и еще абрикос Амур. Вишня Жуковская. Еще вишня Жуковская. Вот такие вот замечательные семена. В этом году я заказала у Железова. Скоро я их буду стратифицировать. Об этом в следующем моем видео. Вот.